Котцем, если этот суд приговорил. Признать виновным в совершении преступления, посмотрим часть 1 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Установление следующего ограничения. Mm-hmm. Понятен приговор? Да. В отношении вас возбуждено уголовное дело по финансированию терроризма. В настоящее время от вас прежде всего обыск.